Bu benim evimde dedik şöyle bir yaptan, ikinci yaptan belki benim de ortalığımızda barılık takdiri barımızda da takdiri bulmadı. Hatta kendilerdir. Edebiyat kına kaldı. Biz onu kıyırız. Şimdi hazır Nazarbayev ilerlemiz. Şu an kadar barımızda da umarş, yakşı, keyifler bilen uzlarına bu diktatını hem indi. Ondan sonra kubarak Ukarga, kubarak yazarga, ona biz hazır. Rüstem Nagaliyevich bilen, hem başka kolegalar bilen, özümüzge, birbirimizge veririz. Sizin mislarını tatarşı yazarız, şunda girene bizde. Birbirimizni girete bizde, şuna kure, ekrem ekrem şulay. Kündelik bizden yazı vakere başlasa, tatar tülü, künene bir güç kumbit. Kitap okuy başlasa tatarşı yazarız, şimdi var bizde bir diken ettirip, kilesi diktantını yazarız diye şuna. Барбас надо вам шахмат. Мне очень интересны вопросы национального языка, татарского языка. Болею душой за это. Поэтому вот решил прийти вместе с семьей, написать диктант. Как вы думаете, насколько вы знаете татарский язык? На какую оценку? В плане разговора или в общем имеете в виду? В плане письма, да. Ну, на 4 с плюсом, да, хорошо, знаю. На 4, твердую четверку точно знаю. А в семье вы как, на каком языке разговариваете? Ну, я лично стараюсь только на татарском языке. Вот. Ну, супруга допускает и русский, и татарский. Вот. Ну, я лично уж пытаюсь только на татарском языке, потому что если татарский знать хорошо, русский научиться очень будет несложно. А если наоборот, то там посложнее. Если с малых лет не научить ребенка татарскому, то будучи взрослым уже она, ну, ребенок уже не выучит татарский язык, поэтому для меня эта тема очень важна. Я вот, честно говоря, первый раз, хотя вроде вырос в татарской семье, правда, я не закончил чисто татарскую школу, до 6 класса учился. Первый раз участвую, хотя слышал об этом. Ну, для меня, например, какое-то интересное было, потому что, во-первых, текст сам по себе интересный, психологический, патриотичный и эмоциональный, и плюс вызывает оптимизму сам по себе. Роберта Минулина я много читал, но не думал, что вот такой интересный текст, может быть, не ожидал. Для себя это мне открытие было в каком-то плане, хотя это нормально, я считаю. Потом для себя какое-то испытание, попытался еще раз татарский язык, почувствовал, где мои ошибки есть, где плюсы, знаки препинания, там, ну, вроде вот так, где-то не успевал, где-то успевал. Но в целом, если сказать, в общем-то, это нужное дело, во-первых, психологически, для молодежи, для старшего поколения, для среднего поколения, психологически настраивать, что человек не должен забывать свои корни, свою национальность, и, естественно, думать о перспективах будущего народа. Ну, была диктант бикшап болды. Мен дерсен айканда бул эсерди окуганым жок. Шуңа күрә үзем үчүн дә үзенә күрә бер фәлсәфи бер әсәр булып алды. Чынлап та Роберт Миннуллин язучы буларак ул үзе фикер иясе дә һәм бик тирән эшләрле безгә бір язма тақдим етті, хам шуна оқып, шуна язап, енді өзіме де бір тәсір, бір пайда алдым. Хам шун язғанда шуны бір фикір тудым, нашынлап та бұл яңа заман технологиялар толқыны ол бізге бик нықты әсер етті, хам ол бізне нешіктір міне татар халқында, башқа милләтлерді де өзгертіп тұра, хам келешекте нинди халык булырбыз дигәндә шундый сорау тудыра. Тәннән инде укып чыккан кеше буларак, булдан ел без компьютерда күбрәк язышабыз, смс-лар язабыз, телефон аша шалтыратышып сөйләшәбез. Шуңа күрә әдәби телгә, әдәби нормаларга бераз игътибар кими бара. Һәм әлбәттә үземнең кайбер чакта кая нинди билге куярга кирәклеген аңлап та бетермисем, ләкин шул вакытта бу диктант язу, бераз ул кагыйдаларны яңартып, искә төшерергә ярдәм итә.